Техника бактериологических посевов. Бактериологический метод – ведущий в микробиологии. И знание техники бактериологических посевов – это самое важное. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Итак, техника бактериологических посевов – это обязательный практический навык. Инструмент для посевов. Универсальный инструмент для посевов – бактериальная петля. Кроме петли, для посева уколом используют препаровальную иглу. Для посева в чашке Петри используют металлические или стеклянные шпатели. Для посева жидких материалов иногда используют пастеровские и градуированные пипетки. У пастеровских и градуированных пипеток широкий конец закрывают ватой, помещают в специальные пеналы, обертывают бумагой и стерилизуют в печи пастера. Взятие материала для исследования. Исследуемый материал берут бактериологической петлей, предварительно простерилизованной или стерильной пипеткой. При взятии материала из пробирки петлю прожигают в пламени горелки, держа ее в правой руке за петли-держатель. Затем берут пробирку в левую руку, вращательным движением вынимают ватную пробку, прижимая мизинцем и безымянным пальцем правой руки к ладони и обжигают край пробирки. Вводят петлю в пробирку, после чего легким скользящим движением набирают посевной материал. Вынимают петлю из пробирки, вновь обжигают ее край и закрывают пробкой. После приготовления препарата петлю стерилизуют в пламени. Техника посевов и пересевов. При пересеве бактериальной культуры в левую руку берут пробирку, вынимают ватную пробку и набирают петлю и посевной материал, после чего быстро закрывают пробирку пробкой. Затем вносят в пробирку со скошенным мясопептонным агаром. Посев делается штрихом. Материал распределяют зигзагообразным движением по скошенной поверхности агара. Вынув петлю, обжигают край пробирки и закрывают пробирку пробкой. Петлю вновь стерилизуют в пламени горелки и ставят в штатив. Пробирки с посевами надписывают, указывают дату посева, номер исследования или название культуры. При работе с пипеткой пипетку освобождают от бумаги, быстрым движением проходят через пламя горелки и вводят в пробирку. Набирают в пипетку посевной материал, переносят в пробирку или в другую лабораторную посуду. Микробную культуру всасывают с помощью резиновой трубки или груши. Отработанную пипетку опускают в банку с дезинфицирующим раствором. Все сделанные посевы и пересевы инкубируют в термостате в течение суток при температуре 37 градусов. Благодарю за внимание.